Всем привет! Сегодня поговорим о том, как определить пол у попугая-неразлучника. Вот у нас есть такой прекрасный неразлучник. Вот смотрите, у попугая вот здесь есть лунные кости. Мы берем, ведем вниз, и как раз мы можем их почувствовать. Лунные кости, они как раз внизу вот здесь. Если они вместе, будет скриншот, посмотрите, то тогда это самец. Если они там, ну, на расстоянии около сантиметра, то тогда это самка. Важный момент. Попугай должен быть взрослым. У молодежи они все одинаковые. Так что молодого попугая вы не проверите никак. Если вы хотите чем-то дополнить, как вы определяете пол неразлучника, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. И всем пока!